Чем геймпас, я напасен, все, мы продолжаем играть в World Box. Новые идеи, новые видео. Пожалуйста, вот перед вами идея на экране. Я, конечно, знаю, что скелеты, это они относятся к категории зомби. Вы сами видите, да? Категории есть. Тут у нас злые всякие маги, тут у нас животные. Ну, не, здесь, считай, морские какие-то обитатели. Здесь у нас уже животные идут, здесь у нас идут расы, а здесь у нас идут те, кто могут заразить вирусом. Пожалуйста, скелет входит в эту категорию. Значит, можно сказать, что скелет — это зомби, только из костяшек. Мы с вами остановились на том, что демоны уничтожили Юкалоис и, так сказать, Амудран. Но, к сожалению, Амудран еще не начали делать новое поселение. А, они могут вот так вот пройти? Ничего себе. Но появилось новое поселение. Нудорг. Нудорг — это хорошо. Или Найдорг. Называйте, как хотите. Я буду называть Нудорг. Анпоро сейчас построит место Юкалоиса. Да, вы видите, какие здесь просто были разрушения, развалины. Здесь просто была масштабная битва. Но и демоны тоже не смогли отбить империю. Империя – живучая штучка, которая выживает, пытается выживать. И сегодня, сейчас у нас будет следующая атака. Наверное, я вот это убираю, потому что оно здесь просто мозолит глаза. И ставим здесь. Так, для начала еще нужно включить этот бога. Бога включаем, все. Включаем бога, включаем фастпаун и начинаем спавнить здесь очень много скелетов. Хотя, знаете, лучше, мне кажется, будет достаточно даже столько скелетов, чтобы хотя бы кого-то заразить. Ну, то есть... Не, мне кажется, не совсем. Ведь вы помните, со спорами гриба, там вообще даже и хоть одного зарази, все равно не будет результата. Ой, что-то скелеты, оказывается, лучники. Все, не будем медлить, сразу же отправляем эту всю эту банду на новое поселение, как раз протестируем новое поселение. Идет война, масштабная война. Так, кто-то уже заразился? Нет, только убили максимум. Что? А, точно, я же всех повыдавал такие огромные черты. Подождите, но вроде бы бессмертные, но я им не дал черты, которая была бы очень читерная. Вот просто посмотрите и угадайте, какая черта бы была самая читерная. Вот прям очень читерная. И да, вот это вот регионе. Вот это. Невосприимчивый. То есть не может заболеть. То есть, по сути, он не может ни быть зомби, ни быть каким-то там скелетом. Вот поэтому хорошо, что я им не выдал, а то мне бы сейчас пришлось бы такое тут... Стоп, это у человека враждебная черта? Ничего себе. Ночное дитя. Вот если бы так в реальности были такие люди. Как мы видим, что-то скелеты... Получается, скелеты не входят в категорию? Стоп. Ну да, по сути, скелеты не входят в категорию. Тогда чего я подумал так? Ладно, пускай идут нападения, большие нападения, скелеты идут нападать на Анпоро. На Анпоро скелеты начинают там... Что? Что? А-а-а, вы же у нас чертами огня. Читеры. Тогда я пришлю подмогу. Нет, вот здесь будет нападение тоже скелетов. Здесь будет в Эресе нападение скелетов. И самое главное, они зайдут еще и со столицы. Со столицы будут еще тут нападать. Просто настоящая война. Настоящая. Тут уже в Анпоро победили скелета. Мы понимаем, что скелеты не могут отбить Анпоро. И Довдрун тоже уже забрали. А вот, вот как раз таки Империя. Короля убили. Короля убили. Короля. Стоп, а я не понял, убил... Человек убил короля? Или скелеты? По сути, скелеты.
что слишком мало, слишком мало. Тогда давайте начинайте нормальную войну. Сейчас просто начнется масштабнейшая война. Просто гигантское нападение. В Нудорке просто будет гигантское нападение. Смотрите, просто стрелы обстреливают корабли, обстреливают людей. Обстреливают абсолютно все. Я буду помогать скелетам. Ведь скелеты восприимчивы к огню. Если сейчас проиграю скелеты, я им даю защиту от огня. Ведь это нечестно, что у людей такие черты и скелеты. Ну, кого они там забивали так долго? Они так долго кого-то там били. Стоп, тут похоже. Подождите. Не показалось? Или все же какой-то человек превратился? Не, у него бы тогда были другие. Так, подождите, а что, если их правда какие-то. И тут люди превращались в скелетов. Да! Они же, когда кого-то убивают, есть шанс, что они могут превратиться в скелетов. И поэтому я о чем и говорил. Вот видите, умер только что человек, и появился скелет. Вроде бы как, если мне не показалось. Окей. Давайте быстрее. Нужно отбить территорию. Ладно, я понял. Скелеты не могут выиграть, так как они сгорели. Окей. Без проблем. Тут спавним просто гигантское количество скелетов. Ну, вы пока там подождите, я пока тут наспавлю. Все, мне кажется, это достаточно. И даем вам теперь всем. Даем. Нет, это мы оставим для людей. А мы дадим им, нет, не бессмертные. Бессмертные у них и так есть. Защита от огня. Защита от заморозки, кислотная защита. Ну и почему бы еще и магический щит? Не надо. Слишком уже читерно, мы слишком увлеклись. Все, тут абсолютно каждый будет теперь с такой чертой. Вот видите? Каждый теперь с такой чертой. Железо. Ничего себе. Просто они уже массово обстреливают всех. Они как-то неумно поступают. Не нужно тратить, ну, чтобы все стреляли в кого-то. Так не надо. Ну, смотрите, вот вы видели, да, так что вначале, как они стреляли все на одного человека. На плотину полезли. Ну, на плотину не полезли, это плохая идея, ведь, как мы поняли, даже демоны не смогли плотину прорвать. Короче, сейчас, если умирают скелеты, я спавню еще скелеты, и если те скелеты умирают, пожалуйста, вы теперь знаете, что скелеты тоже не могут забрать империю. Но не только же здесь будет такое массовое нападение, еще и со столицы тут все же начнется какая-то движуха. А то столица каждый день стоит, а ничего и не происходит, Так не пойдет, Сейчас мы просто им дадим вот такой вот дельта-дождь. Нет, стоп. Омега-дождь сейчас дадим. Ой, я что-то там еще и какому-то пацану дал. Ну, ты, если что, этот... Ну, ты, короче, у тебя не будет таких черт, ты что? Слишком читерно. Для тебя слишком читерно, у тебя и так должно быть много черт. А, нет, стоп. Тут же люди, некоторые народились только. Так, скелет. Что, так сразу? Вот так сразу? Мы теперь понимаем, что столица. А вот тут здесь в Иресе до сих пор идет движуха. Скелеты каждый один за одним начинают убивать. Просто массово. Ой, все, тут даже главного сейчас забивают. Давайте хотя бы главному дадим здоровяка, чтобы хотя бы как-то вышел. Стоп, у тебя должна быть регенерация. Да, у него есть регенерация, и если он сейчас восстановится, у него будет 10 тысяч хп. Если он не восстановится, то это его проблемы. А, в атаке он не может восстанавливаться. Тогда мы сейчас сделаем вот так вот. А что он стоит, ничего не делает? Давай, нападай. Стреляй, Ник, стреляй. Давай, люди. Так, регенерацию делать. Да регенерацию. О, все, молодец. Пожалуйста, теперь у них, у ихнего главаря есть 999. Сколько там хп? Сколько, скажи мне. Сколько у тебя хп? Где генерал? Вот генерал. У него 10 тысяч хп. Но здоровяк дает ему 9990. Ну, 10 тысяч. 10 тысяч хп дает. Представляете? Оп-оп-оп. Так, тут... Что он делает? Он типа туда-сюда ходит. Ого!
Ничего себе, у него сколько черт накопилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 17 черт. Ну, для короля королей это слишком мало, это даже не сравнится. Да и причем я же тут сам их наспавнил, эти черты. Некоторые. Большую часть точно. О, смотрите, а люди тоже не пальцем деланные, тоже стреляют со стрелы. Правда, это никакого огромного толка не дают, потому что их там огромная куча, и причем они могут еще и стрелами попадать в своих. Так что, в принципе, это не годится с такого острова стрелять. То есть лучше пускай уже соберется какая-то гигантская армия и просто пойдет уже на них нападать. Стоп, что, все? Ну окей, окей. Тогда сейчас мы сделаем последнюю атаку скелетов. Последнюю. Будет она вот здесь. Вот здесь вот будет просто гигантская атака скелетов. Гигантская. Гигантская — это не в переносном смысле. Гигантская просто это. Так, и также даем им еще эти омега-дождь. Ну, хай хотя бы и у людей будет такая штука. Все, армия против армии. Армия против армии. Тоже выиграет. Ставьте ставки прямо сейчас. Вы нажмите на паузу и ставьте ставки. Кто может выиграть? Вы можете, конечно, все в комментариях написать, чтобы там не спамить. Просто в уме. Ой, все же скелеты еще живы. Еще скелеты живы, правда, из-за этого пожара вообще ни шиша не видно. Сейчас мы это все потушим, чтобы было видно, как этот вообще. Все. Ладно, теперь, ребята, мы знаем, что скелеты не могут отбить и забрать империю. Вот такой вот видосик получился. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Также, если вы заметили, у меня появились субтитры. Так что, наслаждайтесь. Всем спасибо за просмотр. Всем арбор.